Если бы у художника была вторая жизнь, мир зорко бережет его наша славная армия. Геннадий, вы же понимаете, что пока вы работаете с этим евреем, у вас будут только одни неприятности. А меня в КГБ вызывали. Страх. Страх одного человека – это одно дело, а страх страны – это вообще представить себе. Я внутренне понимал, что мне надо написать ту картину, которая представляет из собой тот мир, который я понимаю, в котором я живу. Где-то в городе живет человек.